Привет, кое-что захотелось мне с IKEA, и зашла я на сайт, посмотрела, но не поняла, как это выглядит вживую, поэтому вспомнила, что у меня есть файлы, и если вам нужно что-то посмотреть, то добро пожаловать, я думаю, вам будет тоже полезно. Есть халаты махровые, 849 гривен. Кстати, довольно неплохой халат, я тебе скажу, слушай, ну реально просто полотенце, ну удобное, надел себе, да, цвет мне нравится тоже. Вышел, надел, и тепло, и не мокро. Это, ребята, мы продолжаем шастать по IKEA и смотреть разные полотенца, которые стоят 49 гривен. Да, разные вот такие наборы есть. 69 гривен банные. А сколько стоит? А, 70 на метр 40, 229 гривен. Но это с окантовочкой. А в других магазинах, у нас, в наших магазинах, можно по акции найти за 80 гривен. Мягкий-мягкий, да, реально мягкий коврик. Но мне некуда его ложить. Лучше только, знаешь, это сесть на него можно. 229 гривен такой коврик. Невероятно мягкий. И 329 вот такого плана. Это для ванной комнаты. А скользить мне вряд ли будет. Кстати, она немножко прорезиненная, чувствуешь? Немножко прорезиненная все-таки. А вот еще такой цвет есть. У тебя же синяя ванна. Надо какой-то белый, да, тебе? Есть. Она как будто немножко прорезиненная все-таки. Вот это вот красивая расцветочка. Корзины для белья. Подставка, мешок белизны, подставка. Полезности ёршики 329 гривен. Металлический, красивый, няшный. Вот такой вот есть металлический 149 гривен. Это, кстати, удобно, да, у тебя такое? Потому что я в Юске покупала маленький. Просто стеклянная прикрученная чаша. Я просто в этом, он 229 гривен в Юске купила, он неудобный, уже нужно менять. А это что у нас? Это чехол для гладильной доски. Кстати, на мою можно, да? 800, нет, это гладильная доска. Вот красивые, конечно, коврики. Этот коврик 149 гривен стоит. Ну куда мне его ложить? Некуда. Да, девчонки, ковриков там полно, какие хочешь, под любой дизайн квартиры. Вот эти вот коврики. Под любой дизайн дома. Я похожий коврик, только розовый. Вот мохнатый-мохнатый покупала у нас в Юске. Я отдала, по-моему, по акции почти за 300 гривен. Я его купила, до сих пор живой. И это самый любимый коврик моей кошки. Поэтому коврики не только для ног можно брать, а для своих любимых животных. Качество неплохое, я вам скажу, да и цены приятные. Если покупаешь так, ну это ж не на один год, я думаю. Вот такие коврики можно тоже даже на кухню положить по 89 гривен. Не жалко, если испачкается. Вот очень интересная вещь для носков сушить моему мужу. Я вам скажу, я очень часто засматриваюсь на такую штуку, но еще ни разу не покупала. Напишите, удобно ли это на самом-то деле. И вот такая ванночка меня заинтересовала, но она такая объемная, мне реально негде ее хранить, она мягкая, в ней классно стирать. Иногда я нуждаюсь в чем-то таком большом, чтобы руками стирать вещи, потому что некоторые вещи, даже ручная стирка в машинке, не очень хорошо справляется. Зашли мы с вами в торшеры разные, лампы. Это у нас вот такая штука, мы заказывали за такую же цену, 69 гривен. У нас в коридоре на кухне висит. Можно и на стол выбрать, и подвесные, смотрите, которые крепятся к стене. Выбор огромный. Вот еще 499. Ой, какая красота, смотрите, это бумага, слушайте. И какая цена дизайнерская, такое решение, 500 гривен. А мне нравится, прикольно выглядит. Здесь еще вот такие есть когда настольные. Когда снимали квартиру, мы там только 149 гривен нельзя было. Прикроватные. Там с такими скандалами лампочки поменять, ну, так утрирую. Сейчас у нас в квартире делай, что хочешь, меняй, что хочешь. И как раз таким магазином можно себе сделать уютное гнездышко, что-то, конечно, с собой со временем забрать или же даже оставить, потому что это совершенно недорого, ну, как бы доступно, да, по 200, вон 29 гривен, смотрите, какие классные торшерчики маленькие. Мне очень нравится то, что вот под любой дизайн можно подобрать. Так что я пока что еще присматриваю, возможно, даже свет себе поменяю. Особенно наверх, возможно, или же вот возле кровати хочется что-то поставить, на кухню прибить.
Итак, комодики, комодики, девочки. 3100. Комод без доводчиков. 2080 на 78. Белый, чисто белый, стильный такой вот. Он тоже без доводчиков, но он довольно простенький, поэтому красивый. И здесь еще такие варианты есть. 3,5, 2,3, 2,999, 3,200, 3,5. Такой огромный-огромный, слушайте, со стеклом, вот стеклянная вставка, 2,5. Глубокий, очень глубокий. И вот такой вот 2,700. Здесь мелк, это больше, знаете, такой какой-то детский вариант для деток. Слушай, цены на комоды дешевые, да, когда искали, но было, было так по 6 тысяч, знаете, вот 4300, метр 60 на 48, 4300. Вот с таким вот фасадом стеклянным, и плюс здесь вот много-много разных ячеек, ну, точнее 6 их, но они довольно глубокие и длинные, и всего лишь 4300. Я шокирована, если честно. Здесь еще вот такого плана есть дизайнерское решение, 1000 гривен. Полностью деревянный. Мне такой вариант нравится. Ну, это совсем для съемной квартиры. 800 гривен, но не очень. Это уже с доводчиком, смотрите, 7,5, но очень стильно. Это немножко перекрутить, наверное, нужно. Вот такой вот высокий, 7,5. Блин, я уже жалею, что я купила себе комодик, не дождавшись. Популярный стол, всем известный, 2,5 для косметики. Это просто нечто. Он очень узкий. Здесь получается по размерам глубина 41 сантиметр всего лишь, высота 78 сантиметров. Но мне нравится то, что стеклянная есть столешница, можно и чашку ставить, не переживать. Еще вот такой вот есть комодик 3700, здесь уже подставочка такая, подкладочка идет. И вот ниши удобные для документов можно использовать, ну или же для длинных палеток, кто что любит. Зеркала 1500, 700, трюмо на стильно, на стол можно ставить, 1300, очень красиво. Раньше вот бабушки моей такое было, это чтобы прическу со всех сторон рассматривать. Вот такое зеркало 300 гривен, 329. И вот этот комод тоже, столик туалетный, 5,5. Такое хотела себе заказать. Это чисто бамбук. 3,5 стоит. Бамбук, но как-то на вид он не стоит таких денег на самом-то деле. Мне нужно зеркало срочно, какое-то классное зеркало. Вот такое 450 гривен. Но мне нужно такое зеркало, чтобы оно стояло на столе. Как тебе вообще, да? Мама пришла. Тебе не жарко в пальто? В пуховике 3200. Ты посмотри, какая красота. Это для обуви. Для обуви. Вообще. 2200 вот тоже. Смотрите, для обуви. 600-700 гривен почти. Очень такая устойчивая. Устойчивая штука для обуви. Полка у нас есть, но не устойчивая. Мы покупали очень дешево ее. Сколько? 1000 гривен такая красота. Слушай, это может нам купить? Нам по месяцам между вот дверь открывается и под стенку, да? Будет торчать немножко, наверное. Нужно размерчик снять сейчас. 49 сантиметров. 135. Я вот думаю, куда я ее поставлю. Ну, под стену. Под стену. Куда еще ставить? Эти просто убрать. А вот маленький вообще 700. Девочки, ну кому нужна обувная? Вот нам, на что, много обуви? Мы с Юркой вот так вот стрелять. Здесь две пары, там две пары. Здесь что-то поставить можно. Блин, круто, 800 гривен всего лишь. Такие вот стильные зеркала есть. 2,5. Вот, и кому интересно,
где я купила такой костюмчик. Я заказывала в Инстаграме магазинчики у девочки. Напишите мне в Инстаграм, я вам отвечу. Это шьют по размерам. По размерам можно кофту длиннее выбрать, цена не будет меняться. Это уже на ваше усмотрение. Такая мини-рекламка, слушайте. И здесь еще вот такой комод. 700 гривен, это две штучки. Но он пластиковый полностью. А на вид ты не скажешь. Я думала, это дерево какое-то. Вот еще полка для обуви качественная, 700 гривен.